последние годы у меня, вот смотрите, как ровно, мы практически первых чуть-чуть отстали, так ровно прошли отметку 500, да, сила прибавляется, и вот он уходит, уходит, уходит вперед, но остается 100 метров, только победит в этой гонке, потому что отпустили его далеко, здесь вот наращивает темп Сергеев, молодец, вот уже остается буквально 50 метров, успеет, не успеет, он далеко все-таки его отпустили. Итак, вот шестая вода, спустился Максим. Шестая, девятая. Да, шестая, девятая, пятая. Третья. Большого Александра Убилина, то вот за второе, третье место упорный поймает. Очень хорошо сейчас идет Черниговская Светлана. Мне кажется, она вышла на второе место, на третье место, пятое и первое надо. Тоже из них будет второе, третье место. Очень борьба такая серьезная, борьба, да. Вот смотрите, три лодки, но на второе место выходит пятое, и вода, это Невская Анастасия. Это третье. Пятая, восьмая, первая. Ну вот такая вот получилась борьба.